Йогурт почти всегда позиционируется как полезный для организма кисломолочный продукт, но не все они одинаково полезны. Часто магазинные варианты содержат много сахара, красителей, ароматизаторов и других добавок. Кроме того, продукт подвергается термической обработке, после которой уничтожаются все полезные микроорганизмы. Йогурт может иметь консистенцию сметаны, кефира или быть замороженным. Среди основных его видов – натуральный, без дополнительных ингредиентов, густой с ароматизаторами и добавками, питьевой, с живой закваской и подвергшейся термической обработке, содержащей консерванты. Настоящим йогуртом последний из перечисленных видов не является. Количество дополнительных ингредиентов в этом продукте не может достигать 30%, но не всегда эти компоненты могут быть натуральными. Поэтому перед покупкой нужно внимательно изучать информацию на упаковке фруктовых и молочных продуктов. В идеальном варианте добавок вообще не должно быть в составе, но существуют безвредные добавки, переживать за наличие которых в составе не нужно. Например, Е410, Е440, Е120, Е331 и Е415, добавки от которых нужно отказаться, так как они могут причинить вред организму Е412, Е160А, Е160С, Е300. Также, выбирая йогурт, обязательно нужно проверять срок его годности. Испорченный продукт нельзя употреблять в пищу. Если дата окончания срока годности еще не наступила, но упаковка вздута, то это признак того, что продукт неправильно хранили и он испортился раньше времени. Кроме того, не стоит приобретать открытый йогурт или с внешними повреждениями. На упаковке обязательно должна присутствовать отметка «Живые и активные йогуртовые культуры». Если ее нет, то пользы от употребления такого продукта не будет. Хороший и полезный йогурт обязательно должен иметь в составе натуральные компоненты и все соответствующие пометки.